Древние сооружения можно разделить на две большие группы с полностью противоположными свойствами. Первое. Назначение сооружений определяется без особого труда. Они могут поражать размахом и продуманностью устройства. Но средства и инструменты, которыми они могли быть сделаны, загадки не представляют. Их назначение уже в рамках того, что нам знакомо и понятно. Это адаптированные к каким-то культурным, религиозным, экономическим и социальным требованиям варианты того, чем пользуемся и мы. Они явно созданы людьми и для людей. Другая группа артефактов – полная им противоположность. Технологические моменты и следы на обработанных каменных поверхностях в сооружениях этой группы подразумевают применение каких-то эксклюзивных методов и средств обработки камня, которыми мы не пользуемся и о которых ничего не знаем. Назначение также вызывает множество вопросов и толкований. Ничего вразумительного не говорят об их создании и древние предания. Появление подобных сооружений в них нередко укладывается в одну единственную ночь. А о самом процессе можно узнать такие, например, подробности. Надо, чтобы земля помогала и камни соглашались. Вопрос осложняется еще и тем, что речь чаще всего не идет о единичных объектах. Нередко это комплексы из сооружений, и в них, к тому же, просматривается некая специализация. И таких комплексов множество по всему миру. И вот при таких-то масштабах, при логистике, которая позволяла сооружать грандиозные комплексы, при той эффективности способа, которая вылилась в основательность и долговечность сооружений, технология-то в какой-то момент почему-то сходит на нет. Не везде одновременно, но в очень сжатый срок. Как будто однажды везде исчезли причины, которые побуждали это все сооружать. Исчезли вместе с теми, кто в них испытывал потребность. Уже не раз делались попытки выяснить, можно ли сейчас сделать нечто подобное тому, что относится к объектам второй группы. Например, нечто похожее на пирамиду Хеопса. Или ту же полигональную кладку, аналогичную перуанской. Или рисунки, подобные рисункам на плато Наско. Эксперименты показывают, если постараться, кое-что похожее получается. Не абсолютно, но все же достаточно правдоподобно. На фоне успеха разнообразные мелкие неточности отходят как бы на второй план и кажутся не столь уж важными. Но мелочи бывают важны. В неточностях нередко отражается не столько уровень подготовки и возможности экспериментаторов, сколько несоответствие технологическим моментам, которые имеют прямое отношение к созданию аутентичных объектов. Не учитывая сплайны Безье, идентичных рисунков не сделать. В копиях будут погрешности, как знак другого стиля и другой техники исполнения, как знак того, что процесс их появления был другим. Не учитывая обязательную криволинейность сочленений полигональных блоков, полигональную кладку, идентичную перуанской, не сделать. При реставрациях и в копиях кладок на просвет будут видны щели. Или боковые поверхности блоков будут выровнены, как у простого кирпича, а сами блоки даже скреплены раствором. О пирамиде говорить не приходится. Подобие пирамиды уменьшено и выполнено даже без приблизительного повторения деталей внутреннего устройства, съест уйму средств и так и останется незаконченным. А некоторые вещи, такие как, например, локальную витрификацию поверхностей, и повторить не удастся. Разве только где-нибудь в лабораторных условиях на специальном оборудовании. Еще один важный момент. В таких экспериментах речь идет, как правило, о попытке повторения или реставрации каких-то избранных сторон деталей объектов. Понятно, что о сооружении полигонального комплекса не может быть речи, так же, как о повторении пирамиды в полном масштабе и со всеми деталями. Никто не возьмется за такое, сделать копию пирамиды со всеми ее элементами.
Да многие из них еще и не исследованы до конца. А если скопировать с абсолютной точностью рисунки Наска, то никто не позволит делать то, что регулярно происходило с ними в прошлом. Никто не позволит чертить поверх них еще и какие-то посторонние линии. Но в реальности к ним именно так и относились. И это тоже не мелочь и не случайность, а указание на обстоятельства, связанные с их появлением. Но главное даже не в этом. Главное в том, что копии навсегда так и останутся только копиями, повторением каких-то частных моментов, воспроизведением чего-то внешнего. По одной простой причине. Копия лишена главного, что делал объект функциональным. Она вырвана из окружения, в котором объект-оригинал что-то означал, и оторвана от тех, кто в нем нуждался. Нет у нас такой области, где объекты, подобные оригинальным, могли бы работать по прямому своему назначению, где усилия и средства на их создание были бы оправданы. У нас они годятся только для туристического бизнеса. И в прошлом их тоже не обделяли вниманием. Индейцы, например, пытались подражать стилю и повторять некоторые детали сооружений. Пробовали восстанавливать разрушенные участки полигональных комплексов. Добавляли высоту кладок. Но разница между аутентичным и добавленным в таких случаях видна невооруженным глазом, потому что работали они с тем, что позволял их технологический уровень, сорванным камнем. Точно так же и в Наска видна разница между линиями аутентичными и подражаниями им. И причины притяжения к таким объектам у предков были немного другие. Посредством их приобщались они к чему-то высшему, запредельному. Им поклонялись, через них обращались к богам за советом и помощью. Приносили дары. На линиях плато Наска тысячи осколков разбитой посуды. Логично предположить, что присутствие этих объектов наложило отпечаток и на мировоззрение людей, способствовало также и трансформации религиозных взглядов. Продолжает способствовать и теперь. Иными словами, такое окружение одинаково сторонне и для современного человека, и для не столь уж отдаленных наших предков. Оно притягивает внимание, но реализовать свой потенциал, проявить все свои стороны, не в состоянии. Разница между этими двумя группами огромная. Это даже не разница, пропасть. На одной ее стороне люди, а на другой – сооружение второй группы. И получается, что людям среди таких объектов просто нечего делать, кроме как поглазеть. Но тогда что они делают на нашей стороне? Кто их создатели? Откуда они взялись? Куда и почему исчезли? Кто-то верит в инопланетян и рептилоидов, кто-то в визитеров из параллельных миров. Эти варианты здесь рассматриваться не будут. Инопланетяне, потому что нет данных, которыми можно было бы оперировать как проверяемыми. Версия параллельных миров не выдерживает критики даже при поверхностном погружении в смыслы используемых в ней терминов. Параллельные означает не пересекающиеся. Этим сказано все. Если миры пересекаются, давая возможность контакта, то они не параллельны. И дальнейшее рассуждение в этом направлении лишено смысла. Поскольку и суть события оказывается иной, и термины для него нужно использовать соответствующие. Есть еще версия о местной древней цивилизации, которая вследствие каких-то неизвестных причин совершила серьезный технологический прорыв. У нее вероятность побольше. Но и там хватает нюансов. Об этом чуть позже, в разделе «Контакт». Попробуем подойти к этому вопросу с другого края. С того, о котором, собственно, уже идет речь. Например, попробуем ответить, почему, собственно, такие объекты оказываются у нас невостребованы, и что вообще необходимо, чтобы какая-то вещь была востребована. Такой вопрос может показаться несколько неожиданным и не по теме, но это только на первый взгляд. К теме он имеет самое непосредственное отношение. Чтобы на него ответить, начать нужно с хорошо известных истин. Например, с того, что человеку для поддержания жизни, для поддержания определенного ее уровня,
необходим определенный круг вещей и их свойств. Среди них есть базовые, из которых строится тело живого существа. Есть и такие, что интересуют только людей. Но в мире присутствует и много такого, что нам неинтересно, по каким-то причинам недоступно или даже вредно. С тем, что неинтересно, более-менее понятно. Да и с тем, что недоступно, тоже не так уж сложно. Возможности человеческого тела ограничены, поэтому иначе и быть не может. В этом плане тело любого существа можно рассматривать как инструмент, у которого есть свои допуски, определенный потенциал и определенные ограничения. Соответственно, и сенсорная система человека, как тоже часть тела, тоже имеет возможности и ограничения в плане восприятия и переработки информации. Мы не видим так, как видят те же пчелы. Не чувствуем запахи так, как чувствуют те же собаки. Не слышим звуки в том же диапазоне, что кошки или дельфины. И так далее, и так далее, и так далее. У нас с ними один мир, но чувствуем и воспринимаем его мы все по-разному. Органы чувств рыбы, птицы, насекомого, человека, любого другого существа приспособлены к восприятию информации в той области, которая ему необходима и в то же время достаточно. У растений это происходит чуть по-другому, но суть та же – избирательное отношение к тому, что окружает. Так сложилось не в один день. Это результат длительного эволюционного пути, длительного выбора, что именно и в каких диапазонах воспринимать. Как правило, органы чувств сообщают, что дальше того, что они ощущают, ничего нет. Но мы, люди, знаем, что это не так. Мы знаем, что мозг, например, может додумывать, добавлять кое-что существенное к картинке, которую дают органы чувств. А приборы, сделанные человеком, охватывают мир еще полнее. Правда, тогда нередко возникает другая проблема с живописанием того, что находится за рамками допуска сенсорной системы. Рассказать нужно так, чтобы ей было с чем сравнивать и сопоставлять. Примерно такая же проблема стояла бы перед муравьем, попавшим, например, в системный блок или даже в какой-нибудь производственный цех. И это не просто один из технических моментов. Здесь проявляется то, насколько соприкасаются смыслы, которыми могут обменяться два этих отдельных мира. Субъект с допусками его тела и сенсорной системы и объект, с которым он столкнулся. Как бы там ни было, очевидно, что мир не кончается за пределами наших чувств. Очевидно, что там дальше много еще чего есть. Но мы это все просто не ощущаем. И это нормально. Охватить мир целиком в ощущениях вряд ли доступно тому, кто является его мизерной частью. В нем есть много такого, что недоступно и нашим приборам. Они совершенствуются, да. Но однажды все равно произойдет неизбежное. Однажды информация, которую они дадут, окажется за рамками востребованной. Просто потому, что ее смыслы окажутся нам непонятны и не нужны, так же, как, например, суть системного блока муравью. Попасть туда, если поднапрячься, можно, но воспринять это окружение и отреагировать на него можно будет только на уровне доступных смыслов. И отсюда много чего следует автоматически. Если эту мысль разворачивать, можно получить занятные выводы, некоторые из которых покажутся даже парадоксальными. Дело касается все того же. Областей, в которых локализуются нужды, интересы и возможности всех живых существ. Такие области справедливо было бы назвать сферами потребления, поскольку они, по сути, формируются из вещей и сущностей, которые кто-то выбирает из окружения для собственных целей. Фактически это набор того, из чего какой-то субъект составляет себя. Потребляя, он воспроизводит свое тело, свой способ существования, воспроизводит себя. Границы такой области – это границы возможностей его сенсорной системы, границы возможностей его физической организации. Множество вещей, которые вовлекаются в такую сферу,
попадают в немного странную, но все же довольно заурядную ситуацию. Они втягиваются в процессы, которые их соседей совсем не затрагивают. Что-то втягивается целиком, без остатка, что-то фрагментарно, всегда той стороной, которая интересует инициатора. Это его нужды, его возможности будут устанавливать и регулировать правила, которые теперь будут существенными для этих вещей. Правила здесь знаковое, почти волшебное слово. До того их в природе не существовало. Их введение означает, что в мире возникла новая информация. И не столь важно, что на этой стадии она имеет смысл только для вещей, которые нужны инициатору. Дело в том, что новая информация – это только первый шаг. За ним следует еще один шаг в том же направлении. В выделенной области появляются вещи, которые могут возникать только в ее рамках. И затем еще один шаг. Начинают работать процессы, связанные с появлением и существованием таких вещей. Чем больше такие области наполняются вещами и процессами аутентичными, тем самобытнее, а значит и обособленнее они становятся. Кажется, Блаватская говорила, что мир был создан материализацией духовных форм. По сути, так и получается. Инициатору, чьи потребности и возможности формируют подобные области, несметное количество. Соответственно, и областей таких тоже бесчетное множество. И в каждой из них действуют свои, в чем-то одинаковые, а в чем-то и отличные правила. Так что информация, на которой основана такая область, для субъектов другой области может оказываться несущественной. И если эта тенденция получит развитие, то может сформироваться препятствие для контакта между разными областями. Это немного похоже на препятствие для контакта существ из разных сред обитания, так как суть происходящего у соседей будет становиться все более недоступной. Области мира, которые заполнены сферами потребления близкородственных инициаторов, образуют локации. Они наполнены вещами-сущностями, которые связаны происхождением и общими правилами, регулирующими их существование, что делает всю локацию цельным и однородным образованием. Понятие локации здесь во многом совпадает с понятием системы. Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную целостность, единство. Либо еще так – множество взаимосвязанных элементов, обособленные от среды и взаимодействующие с ней как целое. Иначе быть не может, поскольку локация и есть одна из разновидностей систем. В данном случае это закрытая система. А что с другой частью мира? Той, которая заполнена сущностями, не вошедшими в круг интересов потребителя. Сенсоры, как уже говорилось, категоричны по этому поводу. Они утверждают, что в той области ничего нет, потому что ничего там не видят. Но такое утверждение не может быть причиной отказывать ей в реальности. И выдумывать какие-то специальные свойства вещества и столь же фантастические законы природы для такой области тоже нет смысла. Законы природы и свойства вещества там те же. Это очевидно. Принцип избирательности – делит локации на области, сосредоточенные на собственных проблемах, но это не отменяет единство законов природы для них. Это можно проиллюстрировать и на таком доступном примере, как тело человека. Никого не удивляет, что глазами нельзя слышать, языком видеть и так далее. Для вкусовых рецепторов практически не существует мер цвета и оттенков. Но это не означает, что в теле нет других клеток и других органов, специализированных в данной области. Все они – части единого организма. И информация, которую они предоставляют, существенна для всего организма в целом. В этой связи нужно отметить также, что области, в которые заглядывают телескопы, микроскопы и прочие коллайдеры – это тоже области нашей локации. Принцип единства – целостности мира применим к сущностям, которые находятся за рамками локации нашей. Для них также нет смысла выдумывать какие-то чудесные свойства вещества и столь же чудесные законы природы.
С такой точки зрения сам собой решается вопрос, насколько должны различаться обитатели разных локаций. Не могут не отличаться. Но здесь уже невозможно провести хоть какую-нибудь аналогию. Например, взять за основу то, насколько могут быть различными существа из разных сред обитания, будет уже некорректно. Если мир, в котором они реализуют себя, полностью за гранью нашего восприятия, то и сравнивать их нам просто не с чем. Это все означает, что речь должна идти о некотором множестве полноценных миров, которые существуют в собственных реалиях. Но при этом принцип организации у них одинаков абсолютно. Избирательное использование участниками необходимо доступных сущностей. Подведем небольшой итог. Каждая локация – мир, сосредоточенный вокруг возможностей и нужд своих участников. У них одинаковые законы организации. У них всех те же законы природы, что и в нашем. Вполне понятна природа локализации и ее цель – обособление выделенных инициаторами областей и создание устойчиво стабильных условий для процессов, которыми живет локация. И как результат – появление в ней новых сущностей, производного всех этих процессов. Миры локаций погружены в собственные проблемы. И с приумножением аутентичных вещей и процессов обособление только усиливается. Обособление усугубляется еще и тем, что вместе с аутентичными вещами и процессами создается и аутентичная пространственно-временная база. Причина все та же. Элемент, который для одной локации будет пространствообразующим фактором, может не участвовать в жизни локации другой. Просто потому, что не включается и участниками в свои сферы потребления. Это довольно своеобразная топология. Объекты, интересные и доступные инициатору, могут быть топологически разнесены, поскольку это могут быть сущности, разнородные по составу и происхождению. Но для процессов, которые проходят в сфере потребления, они всегда являются элементами единого, цельного пространства. Поэтому то, что является пространствообразующим элементом в какой-то локации, не может быть идентичным тому, что является пространствообразующим элементом в локации другой. Пространства в них не могут быть единым или одним и тем же пространством. Они не могут быть и отдельными частями, секторами пространств локаций, в рамках которых реализуются. Они не продолжение их, уменьшенные или видоизмененные. Они полностью самостоятельные новообразования. Но если нет пространства, единого для всех локаций, то что же есть? Есть то, что его производит в каждой из локаций. Вещи и сущности. Процессы, которые между ними происходят, во время которых проявляются все их пространствообразующие свойства. Есть локации, области, в которых эти процессы жизненно важны, области реальности для ее участников, области аутентичных событий. Соответственно, эти же свойства объема, тела проявляет и всякий участник событий в локации. И здесь есть несколько забавных моментов. Например, тело какого-либо объекта может восприниматься как объемное только участниками локации, к которой он относится. А за ее пределами это вряд ли возможно. Таким образом, локации – это образования, располагающиеся не рядом друг с другом, не бок о бок, не по принципу уровней в пирамиде или иерархическому принципу, не параллельно, не по диагонали и даже не перпендикулярно друг другу. Они не существуют отдельно от других, но только в виде совокупности взаимопроникающих областей, в которых разные стороны одного и того же элемента могут относиться к разным локациям. И в этом образовании объем каждой из локаций равен объему любой другой. Что касается вопроса времени, то здесь интересно проследить такую деталь. Любое событие, которое уже совершилось, оставляет отчетливый след. Всегда есть настоящая база в виде набора сущностей и вещей,
утвердивших свою состоятельность и жизнеспособность среди других событий и вещей. Благодаря событиям формируется информационная, вещественная база, без которой события дальнейшие невозможны. Им просто не на чем будет состояться. Итогом событий следующих, которые произойдут на этой базе, будет следующий этап овеществления. Возникает вопрос. Если в локациях настолько все завязано на свойствах вещества, энергии и информационных связях, может ли иметь место обратная связь, то есть ускорение или замедление каких-либо событий? Ситуативное, процессуальное. Скорее всего, это должно происходить. Как в виде кратковременного всплеска, так и замедленное, растянутое. А может ли человек быть источником изменения темпа событий? По-видимому, тоже да. Повышая или снижая активность, человек задает темп процесса в области, с которой контактирует, заставляет реагировать положительно или отрицательно то, с чем соприкасается. И в итоге вокруг него образуется локальная зона событий с определенным напряжением. Похоже, мы имеем дело с событийным наполнением локаций, в котором присутствует как зона активности, так и зоны относительного покоя. Событийное наполнение неравномерно еще и в другом плане. В нем, по факту, неизменно присутствует то, что обеспечивает состоятельность последующих событий, та самая база из утвердившихся вещей сущностей. Некоторые элементы такой базы отвечают за ближайшие события, которые обязаны к состоятельности. Другие – за события чуть более отдаленные, но также обязательны к совершению. То есть в настоящем присутствуют контрольные точки в виде событий, которые разворачиваются в дальнейшее формирование локации. Точки, через которые проецируются последующие события вместе с пространством, в котором они произойдут. Среди них могут быть как точки, обязательные к совершению, так и точки вариантностные. Те, что не влияют на проекцию событий, а заполняют событийное пространство между ними. Тут же можно говорить об итоге, который определен условиями первого шага, а также об одновременном существовании всех контрольных точек на пути к событию итоговому, как единственно возможному формату реализации события начального. Понятие первого шага очень близко по смыслу к тому, что вкладывается в известное «аз есмь». Это и постоянный процесс самоутверждения, постоянная разработка собственного «я», и в то же время уже состоявшееся событие. То есть мы имеем оба этих состояния в виде разворачивающегося отображения уже случившегося, замыкания, схлопывания системы. Моментально в бесконечном. Бесконечность в моменте. Чтобы лучше понять, что представлял из себя первый шаг, можно мысленно прокрутить процесс в обратном направлении. По мере прокрутки количество локаций в мире станет сокращаться. Соответственно, разнообразие сущностей вещей в мире будет становиться все беднее. Да и сами вещи сущности станут упрощаться. И в какой-то момент останется одна единственная локация, заполненная однородной первосущностью. Но все с той же погруженностью в свои проблемы и все с тем же неизменным состоянием схлопывания. Можно сказать вполне определенно, что это состояние – отправная и одновременно конечная точка всех последующих процессов, а здесь как констатация обособленности. Это проявляется как основополагающий закон, раз и навсегда устанавливающий принцип структуры. Фактически мы имеем дело с установлением порядка внутри просистемы. Образно говоря, имеем семя, которое дало начало древу жизни, но древо это проросло не вовне, а вовнутрь него. В этом смысле это действительно древо жизни, которое дает, в свою очередь, жизнь семени, в котором оно, это древо жизни, заключено. Немножко сложновато для восприятия, но по сути так и есть. Процесс структуризации оказывается детальной проработкой каждой вновь открывающейся темы, которая является и по сути своей, и по методам продолжением, развитием того самого «аз есмь».
Разработка темы – это и сущность, и основная задача локаций. Таким образом, мы имеем в начале Вселенной небольшой взрыв, а упорядочение внутренней структуры некой точки. Это взрывоподобная структуризация и детализация, направленная вовнутрь, а не экспансивное распространение вовне. Суть этого процесса события можно описать так. Универсальные и расширенные данные какого-либо класса информации формируются в локации, имеющие четкие границы принадлежности данных. В них, в свою очередь, формируются такие же, связанные общей тематикой области. Каждая из таких областей имеет своего потребителя. Потребитель избирателен в отношении информации, поскольку может получать только ту, которую дозволяет его физика. Остальная имеет для него недоступную или ненужную суть. Исходя из этого, можно дать определение и бытию. Это овеществление пространства посредством событий. Человечество очень похоже на ребенка, который сидит на берегу моря и перебирает окатанные волнами цветные стеклышки. Сейчас уже невозможно определить, осколками каких сосудов или предметов они являются. Но их много. И главное, они есть. Это означает, что некогда они были цельными предметами, что существовали те, кто их сделал, и те, кто этими предметами пользовался. Локации – разные миры. Одни и те же сущности в них воспринимаются с разных сторон. Собственное пространство еще более усугубляет их замкнутость. Тем не менее, связи между такими мирами возможны. Сложность только с прямым контактом. Загвоздка все в том же. Чтобы соответствовать какой-то определенной локации, необходимы тело и сенсорная система, которые впишутся в ее требования и условия. Есть несколько сценариев такого контакта. Правда, они неравноценны. Первый. В процессе выделения локации новой, вольно или невольно, сохраняются связи между некоторыми ее элементами и элементами локации старой. Связи должны сохраняться до момента окончательного схлопывания новой. Отправной точкой этого процесса может быть появление существ, случайное или как результат целенаправленного отбора, чьи сенсорные системы способны воспринимать мир в других его спектрах. Существ, для которых эти спектры должны были стать необходимыми и достаточными. Под такой сценарий подходит версия существования в отдаленном прошлом высокоразвитой цивилизации. У этой версии возможны даже несколько подвариантов. Первый. Формирование такой цивилизации в рамках нашей локации и ее дальнейший уход в локацию новую. И противоположный. Их локация основная, а та, в которой существуем мы, создана ими искусственно. Однако считать такой вариант контактом можно лишь с натяжкой. В большей мере это все-таки сохранение прежних связей. Сохранение их до момента полного разрыва, после чего необходимость в них может просто исчезнуть. Второй сценарий подразумевает полноценный контакт. Не продолжение прежних связей, а установление связи новой, с нуля. Его осуществление, правда, связано с чисто техническими трудностями. Полноценный заход на территорию другой локации подразумевает необходимость соответствовать топологическим требованиям локации партнера. И это означает, что нужен канал, который позволял бы обойти это условие. Лучший его вариант – установление прямой связи между сенсорными системами контактеров. Одно только существование у нас массы практик достижения состояния измененного сознания позволяет предполагать, что такой вариант действительно мог реализовываться. Описанием потусторонних миров, иных миров, полученных в таких состояниях, нет числа. Определить в них доли подлинности и фантазийности задача сложная, но сама их регулярность, массовость и повторяемость в них образов предмета событийного ряда иного мира заставляют рассматривать состояние измененного сознания
как возможный вариант реализации контакта. Сюда же можно приплюсовать и всю массу религиозных школ с их программами подготовки людей, для которых состояние измененного сознания – основной, а нередко и чуть ли не единственный смысл существования. Подготовленные таким образом люди поддерживают канал в работоспособном состоянии. Они транслируют информацию, которая призвана регулировать наше существование, а значит и регулировать нашу реальность. Способ этот, однако, не отличается большой эффективностью. Именно из-за того, что, соприкасаясь с реальностью другой локации, человек попадает в ту же ситуацию, что и муравей в системном блоке. Окружающее воспринимается в соответствии с доступными смыслами и на выходе предстает в искаженном виде. Известен другой способ, который кажется более эффективным для осуществления такого типа контакта – аватаризация. Вопрос соответствия носителя внешним условиям решается в этом случае автоматически. Снимается и вопрос соответствия смыслов. Контакт происходит на территории самого носителя. У этого способа почти нет ограничений, чтобы инициатор мог передавать окружению аватара какие-то чисто технические советы, например, по организации, по созданию каких-то необходимых сооружений и устройств. А дальше, когда условия комфорта и безопасности созданы, можно подумать и о посещении территории самим инициатором контакта, в обличии, подходящем к такому случаю. И в этом ракурсе многое в мифах древних народов становится простым рассказом о том, что было на самом деле. Нельзя исключить также и варианты, в некотором смысле противоположные. Человечество могло и само спровоцировать или инициировать контакт, в том числе и непреднамеренно. Контакт мог статься, например, в ответ на появление тех же практик измененного сознания у первобытных тародов. Кто знает, может, это как-то затронуло иной мир, или даже просто послужило маяком. Мы здесь. В ответ соседи стали осваивать свежеоткрывшуюся территорию как нечто съедобное. А чтобы сделать потребление комфортным, зашли и направили развитие людей в нужное им русло. Нельзя исключить и вариант, что наша локация могла в ходе эволюции просто дозреть до какого-либо воздействия на порядок в системе локаций. Контакт мог быть вынужденным действием ради сохранения какой-то стабильности, равновесия в системе целого. Мог иметь целью установления иерархического порядка внутри системы целого. Нужно сказать, что все эти варианты, как ни странно, имеют результатом одно и то же – нынешнее состояние человечества. Все они в той или иной степени упираются в корректировку нашей реальности. Возможно, это говорит о некотором качестве, о некоторых особенностях нас самих или даже всей нашей локации. Что мы представляли бы из себя, не будь такой корректировки, сказать трудно. История человечества оставляет впечатление очень неравномерного и затянутого процесса. Процесса с длительными периодами застоя, с короткими, взрывоподобными периодами активности и регулярными откатами от однажды уже достигнутых, нередко с огромным трудом достигнутых, успехов в развитии. Что касается сооружений, о которых говорилось в начале этой серии, они наверняка являются отголоском какого-то из этих сценариев. Какой из них мог реализовываться в действительности – вопрос непростой. Наиболее вероятными кажутся два из них. Первый – древняя высокоразвитая цивилизация, которая пошла путем развития неметаллических технологий и в конце концов переросла в нечто совершенно независимое от нашей реальности. И второй вариант – с намеренным пробоем со стороны заинтересованной в нас локации, с аватаризацией местного населения, с созданием комфортных условий для непосредственного присутствия и с корректировкой нашей реальности в своих интересах. Было бы интересно хотя бы в общих чертах определить назначение этих сооружений. По логике, среди них должны быть такие, что работали бы как своеобразные лифты или как передаточные ячейки.
и такие, что обеспечивали бы комфортные условия присутствия. Не исключено, что могли быть и сооружения, которые обеспечивали вход-выход в обе стороны. На эту роль неплохо подходят конфигурации, как объекты, локализующие выделенное пространство. Очень показательно, что решались эти задачи на основе каменного материала. Скорее всего, применялось и что-то другое, позволявшее работать с камнем. А камень использован, потому что это одна из основ, неотъемлемая часть природы для обеих локаций контактеров. И здесь каменные ворота в Дуат, ворота Пумы и многие другие каменные подобия ворот и дверей вполне могут быть не аллегорией, не имитацией, а техническим устройством, которое когда-то обеспечивало перемещение контактеров между локациями.